На международной туристической выставке «Интурмаркет-2018», которая состоялась в марте в Москве, Тамбовская область в числе 15 субъектов Российской Федерации получила диплом и специальный приз за творческий подход в создании и реализации новых туристских проектов. Презентация карты достопримечательностей Тамбовской области с гастрономическими брендами вызвала особый интерес. На карту нанесены основные туристические объекты по видам туризма, а каждый район дополнительно отмечен продуктом или блюдом, популярным в этой местности. Гости с удовольствием дегустировали тамбовский сыр, медовуху, конфеты, яблоки и другие бренды. Уварские представители зазывали гостей вишневыми песнями и танцами. Мимо такого не смог пройти даже известный телеведущий Джон Уоррен, рассказал глава города Уварва Владислав Денисов. Чтобы привлечь туриста, мы привезли свой кусочек своего фестиваля, именно душу, свою любовь, именно ансамбль «Гармония», привезли свою вишневую принцессу, что вызвало, конечно, особый интерес, в том числе Джона Уоррена, который находился на нашем объекте более 2 часов, вернулся на него и, конечно, с радостью принял приглашение Тамбовской области, участие в программе, именно съемки программы на территории Тамбовской области. Владислав Денисов отметил, что участие в «Интурмаркете» имеет большое значение для муниципалитетов. Позволяет нам двигать Тамбовскую область именно в туристическом направлении, именно развивать несырьевой сектор экономики, на что ставит и президент вопрос Российской Федерации, и наш губернатор. И выставка «Интурмаркет» позволяет нам именно обменяться опытом, именно посмотреть все новое, все современное, современные механизмы развития. И самое главное, не допустить ошибок, которые возникают при формировании того или иного туристического проекта. Все участники Тамбовской делегации, внесшие особый вклад в позиционирование потенциала региона на туристическом рынке страны в ходе «Интурмаркета», получили дипломы. Это и представители муниципалитетов, музеев, туркомплексов и индивидуальные предприниматели. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».